коллеги. Меня зовут Елена, я представляю отдел продукта компании Annextour. Давайте с вами проверим связь и картинку, пока все присоединяются. Скажите, как слышно и все ли хорошо с картинкой. И будем начинать. Начнем вначале общую информацию, общий наш блог. И далее перейдем. Сегодня очень интересный вебинар по Доминикане, именно конкретно по региону Ля Романа. То есть Пунта-Кану мы все с вами продаем, знаем, по сути, это такой продукт, который продает сам себя, потому что очень распиаренный, многие были в Пунта-Кане, очень много фидбэка, обратной связи, рекомендации, а именно для Романа, менее известный для нашего рынка почему-то регионы, мы с вами сегодня рассмотрим лучшие отели, которые, в принципе, там можно продавать, это Хилтон для Романа, для взрослых и Family часть, Каталония Доминикус и мой любимый Каталония для Романа, он ли дал только для взрослых. Поэтому, пожалуйста, дождитесь, этих 4 отеля, их реально есть смысл продавать, есть смысл продвигать на рынке, пушить, как мы это говорим, да, и у нас по ним шикарные прямые контракты, очень хорошие цены. Просим обратить внимание, что акция Winterfest по дополнительной комиссии за раннее бронирование 2021-2022 продолжена до 30 сентября текущего года, то есть у вас еще есть возможность получить повышенную комиссию за ранние продажи 15%, если вы оплачиваете 20% в течение 2 банковских дней, а остальная оплата 80% за 30 дней до вылета. То есть очень лояльные условия оплаты, при этом вы получаете максимально повышенную комиссию. Также есть дополнительные привилегии и комиссионное вознаграждение для туров, забронированных на период с 24 декабря по 10 января 2022 года плюс 1%, и если в течение 2 банковских дней оплаты 100%, то, соответственно, еще плюс 1%, суммарно комиссия максимальная может быть достигнута до 17%, то есть по бюджетам таких прекрасных и недешевых дальномагистральных направлений нашей чартерной программы, как Доминикана, Мальдивы и Мексика, данная акция может дать вам возможность заработать комиссию 17% максимально возможную и также иметь максимальный диапазон выбора по всем категориям номеров в отеле. Поэтому, пожалуйста, вы прекрасно все знаете, что хорошие варианты всегда уходят на стол заблаговременно, особенно когда речь идет о Мексике, о Мальдивах, но и о Доминикане тоже. Это хорошая возможность и дополнительную получить комиссию, и клиентов оставить довольных самых лучших вариантов номеров. Доминикана – шикарное направление, очень популярное у нас на рынке. Annextour – надежный оператор, который занимает лидерские позиции по этому прекрасному экзотической стране. Это, конечно, все оправдано, потому что в Доминикане лучшая система, все включено. Это первоклассные пляжи, и мы сегодня посмотрим для Романа, там вообще супер пляжи, то есть водорослей практически всегда нет. И вот когда туристы спрашивают, нам надо гарантированно, чтобы не было водорослей, то, пожалуйста, для Романа супер классный будет вариант. Прямой перелет беспосадочный, прекрасная линия пляжной полосы Баунти, очень насыщенная экскурсионная программа, которая функционирует уже в полном ресурсе. И также Доминикану не нужен тест, что делает более простое прохождение границы. Высокий очень уровень сервиса. В Доминикане всегда весело, это настроение передается всем туристам, то есть люди всегда приезжают отдохнувшие. А также очень много зон поделено непосредственно в отеле на всевозможные привилегированные системы, в том числе и премиум, поэтому возможности выбора качественных, классных, крутых, дорогих сеток отелей мирового уровня в Доминикане, конечно, безграничные. И, конечно, незабываемые свадебные церемонии. На сайте они у нас загружены в разделе «Агентство дополнительные услуги».
вы как агенты можете их заказать заблаговременно и получить свое тоже комиссионное вознаграждение в размере 5% с услуги «Свадебная церемония». Также просим вас при бронировании сразу же ориентировать туристов, что, конечно, есть смысл добавить максимально страховое покрытие COVID-щит до 50 тысяч гривен на одного застрахованного человека, франшиза 15%. И что очень важно, что данная страховка срабатывает на всех участников заявки, если хотя бы у кого-то одного будет позитивный ПЦР-тест перед вылетом в страну намеренного будущего отдыха. Да, однозначно Annex-Tour является самым классным и лидирующим оператором на рынке СНГ и, конечно, на рынке Украины, потому что у нас свой собственный принимающий офис в Доминикане, мы давно летаем там, у нас все русскоговорящие принимающие гиды, которые устраивают встречи непосредственно в отелях, и мы стараемся всегда 24/7 помогать и быть в контакте с клиентами в случае каких-либо форс-мажорных или непредвидимых обстоятельств и предлагать максимально качественное экскурсионное обслуживание и полный контакт именно русскоговорящими обслуживающими гидами по месту в Доминикане. У нас собственные чартерные рейсы, беспосадочные, Киев, Ля-Романа. Час, время перелета 10-12 часов зависит от потока ветра. Два раза в процессе перелета питание, один раз горячие закуски, один раз просто снейки, как бутерброды. И два типа перелета всего существует в наших чартерах. Это эконом и бизнес-класс. И есть отличия, конечно, и на данном слайде мы можем видеть, что бизнес-класс предусматривает 40 килограмм основного багажа, но единица багажа на человека в бизнес-классе не должна превышать 32 килограмма. То есть это может быть 2 по 20, или 8 плюс 32, или 3 по 13, как это удобно пассажиру бизнес-класса, но один чемодан на человека не должен быть больше 32 килограмм. А в эконом-классе 15 килограмм основной багаж, обращайте на это внимание ваших туристов, потому что за перевес, конечно, будут вынуждены платить, особенно если будут на обратном пути везти сувениры, фрукты или еще какие-то дополнительные продукцию, которую туда не везли, 7 килограмм ручная кладь предусмотрена в оба класса. Всего 12 мест в бизнес-классе, крайне популярная. Это зона повышенного комфорта в наших чартерных рейсах, так как перелет дальнемагистральный, нелегкий. Туристы, конечно, выше среднего и среднего уровня, сразу при бронировании себе берут эти места. Шаг сидения шире, уровень комфорта лучше. Конечно, это отдельная абсолютно зона в самолете, рассчитана на 12 мест. И питание, другое меню предусмотрено, и повышенная норма багажа, как мы уже с вами говорили до этого. Поэтому, если туристы настроены, привыкли к сервису, к комфорту, однозначно предлагайте бизнес-класс, рассказывайте и не затягивайте ближе к дате вылета, потому что на практике бизнес-класс очень пользуется спросом, и ближе к дате вылета выбора уже между экономом и бизнесом не будет. То есть даже туристы при своих возможностях будут вынуждены лететь в эконом, потому что это уже будет все заполнено в бизнесе, потому что мест реально не так уж много, а вы знаете, что Доминикана – это классное направление, популярное для больших компаний, всевозможных больших семей с детьми, с бабушками, с дедушками, то есть, по сути, такая, знаете, Турция на океане и на Карибском море. Прилет идет для Ля-Романа, по времени мы с вами уже говорили 10-12 часов непосредственно в воздухе, плюс 7 часов разница с Киевом. Виза не нужна в течение трех месяцев, ПЦР-тест не нужен, то есть максимально все условия бери да лети. Сезон круглый год, местная валюта доминиканский песо, напряжение в сети 110 вольт. Основные регионы, которые для отдыха предусмотрены, это Атлантические побережья, Пунта-Кана, Кэп-Кана, Бавара, Макао, Уральта. И сегодня мы с вами рассмотрим Карибское море, Бока-Чика, Хуан-Доле и Баиба. Мои любимые отели находятся именно в Баиба. Такая классная курортная деревушка с очень интересной бытностью и очень популярная у американского и европейского рынка.
Также условия, правила пересечения границы есть у нас на сайте, то есть, по сути, заполняется анкета не раньше, чем за 72 часа до даты вылета, на влет и вылет. Пример заполнения анкеты есть на сайте, думаю, многие из вас уже имели практику это заполнение. И сейчас мы с вами видим карту, где четко мы в верхней половине слайда видим Атлантический океан, то есть наша любимая Пунта-Кана, всеми распиаренная, которую мы продаем, и Карибское море, которое мы сегодня с вами будем смотреть. То есть непосредственно чартер прилетает для Романа, и уже люди, которые хотят близкий трансфер, шикарную полосу, картинку Баунти, многие выбирают именно Карибское море. То есть по карте мы можем с вами видеть. Сегодня мы просмотрим, в принципе, основных 4 отеля, но последние две позиции Hilton для Романа и Hilton Романа, я бы считала, что это один комплекс отелей, который делится на Family Only, да, то есть есть свои привилегии просто при проживании только для взрослых и правила. Мы сегодня, конечно, это посмотрим и по видео, и дополнительно все детали обсудим. Ну и мои любимые первые две позиции. Я действительно искренне люблю эти оба отеля, Каталония Royal для Романа, 18+, и рядом отель, который family с детьми, хоть и четверка, вот в подборе тура обращайте внимание, как категория 4, но я ее считаю не хуже, чем многие пятерки в регионе Пунта-Кана, это Каталония Гран Доминикус. Классный, относительно недорогой, качественный, с шикарным пляжем, то есть супер вариант для отдыха семей на нашем рынке. Немножко недооценены, по моему мнению, но однозначно стоит вашего внимания. Но для этого, собственно, и существует вебинар, чтобы мы знакомились с продуктом поближе. И наша задача, конечно, как операторов и турагентов, правильно ориентировать туристов, почему ехать надо в Ля Романа на Карибское побережье, а не в Пунта-Кану, когда люди уже, например, там были или спрашивают, в чем отличие. Ну, во-первых, почему часто мы бронируем Пунта-Кана? Пунта-Кана на слуху у всех, это, еще раз повторюсь, распиаренный бренд уже такой, и туда зачастую возвращается, потому что кто-то был, слышали, много вариантов размещения есть, то есть знакомый продукт. Поэтому выбирают зачастую отели, курорты Пунта-Каны. Да, выбор премиум-сегмента в Пунта-Кане отелей больше. Но учитывая, что сейчас чартерный перелет осуществляется непосредственно в Ля Романа, конечно, очень целесообразно брать отели на Карибском море с близким трансфером. И в отличие от Атлантики, здесь не будет водорослей и, конечно, будет меньше волн. Также чем отличаются отели и побережье Карибского моря, это шикарные, знаменитые восходы, которые отличаются, и закаты, которые отличаются именно на Карибском море своей пейзажностью, красотой, и самые красивые панорамные фотографии там будут возможно сделать, конечно, намного больше. То есть Карибское море действительно считается по цвету воды, глубине бирюзового такого оттенка намного красивее. И на пляже Доминикуса достаточно большое количество достойных, классных отелей. Поэтому если мы суммарно, допустим, ориентируем туриста, почему Карибское море в приоритете в выборе над Пунта-Каной, то первое, что мы можем назвать, что однозначно фишка этого побережья является пляж. То есть он как на картинке соответствует ожиданиям туристов, без водорослей, с потрясающими видами, белоснежные пляжи, спокойная, кристальная, бирюзового цвета вода. Очень многие пляжи соответствуют безопасности и чистоты воды, которые отмечены голубым флагом. Поэтому, конечно, пляж в Доминикане является приоритетом при выборе продукта. В Ля Романе гости увидят то, что ожидают, то, что они видят на рекламных проспектах. То есть максимально это будет картинка, соответствующая раю на земле. Также прямой чартер, повторюсь, летит именно в Ля Романа. Поэтому близкий трансфер, буквально 20-30 километров, это будет, конечно,
допустим, Каталонию Баиба, да, в отеле, который соответствует курорту Карибского бассейна. Если туристы не любят сидеть в отеле, то есть это по сути как американская Турция, Доминикана, то с Ля Романа рядом идет доступность экскурсий, например, Санто-Доминго. С Пунта-Каны туда ехать 4 часа, с Ля Романы всего 120 километров. То есть это столица с колониальными постройками. Ну, с Ля Романы ты, с Пунта-Каны ты еще задумаешься, есть ли смысл так далеко ехать туда и обратно. То, пожалуйста, вот возможность более близкого посещения Санто-Доминго с Ля Романе. Также в Ля Романе на Карибском бассейне очень часто дают хорошие цены, спецпредложения. То есть соотношение отелей цена-качество и доступность очень целесообразная. И именно потому, что мы не делаем выборку этого Карибского моря, мы не видим полный диапазон возможностей предложить туристам. Поэтому обязательно выбирайте Баиба и смотрите варианты, особенно те, которые мы сегодня будем рассматривать, и предлагайте туристам, потому что останутся максимально довольными. Также честно вам хочу сказать, на Карибском море больше отдыхают американцев и европейских туристов, и отношения персонализированное клиенту более индивидуальное, более такое трепетное. То есть персонал, он изначально вышкален под рынок европейский и американский. Также в Баибе очень хороший дайвинг в прибрежных водах. В принципе, считается один из лучших в Доминикане. То есть, и дополнительно можно посмотреть увлекательное место дедайвинга, затонувший корабль Сент-Джордж. Он находится 800 метров от берега. Рекомендуем, конечно, смотреть его с инструктором. Данный корабль был намеренно затоплен и сейчас является неимоверно красивым искусственным рифом. Очень интересно исследовать, поэтому если люди любят дайвинг, снорклинг, пожалуйста, также дополнительной фишкой. Баиба сама по себе красивая, очень деревенская деревушка на юге Доминиканы, то есть там классная атмосфера и пляжи, привлекают туристов со всего мира, то есть очень много обзоров в интернете, можно также дополнительно скидывать какие-то информацию, ну, туристам при бронировании, чтобы понимали, что это не какое-то просто отдаленное место, где рядом нет инфраструктуры. И, конечно, одно из классных главных привилегий именно Карибского моря – это близко и удобно ехать на экскурсию на остров Саона. Поэтому, если кто-то хочет посетить, это одно из самых красочных и известных популярных экскурсий, то, пожалуйста, рекреационный ресурс непосредственно Карибского моря дает возможность для посещения данной экскурсии. То есть можете это подчеркивать, что именно Саону посещать ближе, удобнее как раз с региона Ля Романа. Далее мы с вами перейдем к просмотру и ознакомления с отелем. Мы начнем с моего любимого отеля. Во-первых, я сама в нем была несколько раз, и я вам скажу больше, буквально 2 недели назад там была моя лучшая подружка, поэтому фидбэк максимально свежий. Я вам сейчас о нем расскажу, но если коротко, то в отеле все прекрасно, и даже сегодня на слайдах покажу вам реальные фото моей подружки, блюд и питания, как происходит подача в Каталония Ля Романа, потому что все мы, конечно, видим общие какие-то фотографии, слайды, это надо, и это классно для ознакомления, но всегда очень хорошо, когда это трушно, когда это правдиво, когда мы можем посмотреть вот реально довольных людей, которые отправляют свои фотографии, именно как подача происходит, сервис в отеле. Сейчас мы посмотрим видео презентационное по Каталонии Ля Романа. Напомню, отель только для взрослых, то есть сразу обращайте внимание на детали в отеле. Кстати, это один из отелей, который на картинках и в описании показан хуже, чем он есть на самом деле. Вообще стилистика отеля такая приближена к бутиковому, то есть очень много всевозможных фотошоп,
зон, интересные локации используются, применимо вот всяких уютных уголочков, территория потрясающая, персонал очень хорошо работает. Ну и, конечно, сама атмосфера Adult Only, она особенная, более камерная, спокойная. Поэтому сейчас при просмотре видео вы должны нажать на play. И обязательно, пожалуйста, обращайте внимание на все детали видео по дизайну именно, а мы потом с вами оговорим еще дополнительные. А сейчас слышно? Хороший звук, да? Супер. Возможно, что-то выбило. Извините. Я еще раз повторю. Значит, Каталония. Сейчас слышно, скажите, пожалуйста. Слышно, скажите, как... Да, супер. Если будет что-то со звуком, то пишите, и мы будем опять перезагружать. Значит, после видео этого красивого мы, конечно, понимаем, что пляж уникальный у Каталонии Ля Романа, да и, в принципе, у многих отелей Баиба, всех, которых мы сегодня будем рассматривать, пляжи шикарные. Отель новый, 2017 года, 18+, атмосферный, спокойный, территория небольшая, но при продаже учитывайте, что Каталония Ля Романа всегда имеет возможность посещать в полном объеме территорию соседней четверки Каталония Доминикус. То есть Доминикус не имеет права находиться на территории пятерки Каталонии Ля Романа, а вот Ля Романа имеет право пользоваться и Каталония Роэль Ля Романа, и Каталония Доминикус. Сейчас слышно все, скажите? Есть звук?
Супер. Пляж без водорослей здесь идут, и волны как таковой нет. То есть хороший, постепенный, спокойный заход чистого пляжа. То есть все, как спрашивают, это первый вопрос. И все, как спрашивают и любят туристы. Не могу понять, почему со звуком так. Сейчас хорошо слышно, скажите. 2017 года отель, то есть один из самых современных отелей на южном побережье. Своя территория небольшая, еще раз говорю, но Каталония Гранде Миникус дает возможность два в одном, то есть посещать две территории. Заезды в Доминикане в 99% отелей в 15:00, обращайте внимание гостей, потому что для них это часто является сюрпризом неприятным. Выезды в некоторых отелях в 11, в некоторых 12, в Каталонии Ля Романа конкретно 12. При встрече очень встречают хорошо, персонализированно, подают напитки, влажные полотенца. Wi-Fi по всей территории отеля бесплатный и очень хорошего качества, ловит везде, даже на пляже. В принципе, вообще все очень гостеприимно, бронируют заблаговременно. Бронировать. Слышно через слово? Чему-то плохо слышно сегодня. Маша, поможешь нам со звуком? У всех есть звук хороший, скажите, будем продолжать тогда. Ну, вернее, начнем сначала по Каталонии Ля Романа. Супер, значит, мы посмотрели с вами видео по Каталонии Ля Романа. Сейчас я вам расскажу быстро и конструктивно, на что надо обращать внимание при продаже. Отель 18+, то есть обдает определенную специфику. Камерный, очень клиентоориентированный. При въезде встречает сотрудник, подают коктейли, пляжное полотенце. Очень хорошая публика. Отель заблаговременно становится на 100. Пакетная цена у Анекса шикарная. Южное побережье, один из самых новых отелей 2017 года. Номера новые, все стильные, очень много романтических деталей, поэтому если ханимун, пары, всегда будет классно. То есть это один из самых современных отелей. Территория небольшая, но возможность пользоваться соседней территорией Каталонии Доминикус, это по сути два в одном. Доминикус не может посещать Каталонию Ролли Романа, Каталония Ля Романа может посещать и Доминикус, и пользоваться, соответственно, своей территорией. Заезд 15:00, выезд 12. Стандартные номера, очень чистые, красивые, достаточно просторные, по 35 квадратных метров. Junior сюты, это повышенной комфортности, 39 квадратных метров. Самые классные номера во всех отелях сейчас, вы прекрасно это знаете, кто продает Карибский бассейн, кто продает Азию или продавал до пандемии, swim up, то есть номера с доступом к бассейну, левая сторона нашего слайда, это действительно будет самые удачные номера и востребованные, которые уходят в стоп в первую очередь. Тут конкретно продается это как отдельная категория номеров Superior Swim Up. Поэтому обращайте, пожалуйста, на это внимание. Они, конечно, все расположены на первом этаже. Единственное, что в некоторых бассейнах бывают бары, и номер напротив бара будет более активный. Есть люди, которые любят более активную жизнь, а номер на чуть стороне будет более спокойно. Но в принципе
принципе, отель априори сам по себе спокойный, релакс, очень много на пляже. Во-первых, пляж великолепный, полоса без волн, нет водорослей. На пляже очень много шезлонгов, беседок, качелей, бесплатных балибет, обслуживание официантов идет непосредственно на пляже к лежаку. То есть гости лежат, к ним приносят карту коктейлей, меню каких-то закусок, как начосы. Пожалуйста, целыми днями персонала очень много обслуживает. Качество еды и алкоголя очень высокое. Вот фотографии конкретно моей подружки, которая 2 недели назад прилетела с Каталонии Ля Романа. То есть практически все из-под ножа. Вот форма подачи вот такая. То есть вы видите ресторанное меню. Ну, очень качественное, много морепродуктов, вкусно, и каждое блюдо подается на красивой очень посуде, обслуживание официантов прекрасное, выбор и морепродуктов, и масса, и мясо шикарное, то есть не надо их выискивать, как в некоторых отелях, действительно хороший выбор морепродуктов, овощей в том числе для вегетарианцев, глютен, без глютен и прекрасный выбор фруктов, всевозможных экзотических, не только стандартных. Действительно такая светская атмосфера. На ужины рекомендуйте туристам выбирать именно а-ля карт рестораны, а не без ограничений по записи. Там и осьминоги, и тунец. Выбор блюд огромный по сет-меню. Можно сканировать QR-коды, пожалуйста, меню доступно. И везде в концепт входит шампанского, и его много, и поверьте мне, жалуются на то, что вода 2 литра, которую надо пить в течение дня, постепенно заменяется шампанским. То есть есть и шведский стол, но основная подача а-ля карт, и персонала много, действительно обслуживание хорошее. Также есть ресторан перуанской кухни на ужин, который работает, популярный ресторан во всех отелях, и в том числе и в этом, азиатская кухня также работает на ужин, и а-ля карт рестораны есть, которые работают и на завтрак, обед и ужин, где предоставляется определенный выбор органических блюд. Лобби-бар, бар на пляже с выбором суши и напитков. Что мы акцентируем внимание, на чем при продаже? Ну, во-первых, отель только для взрослых. Действительно, есть пары, которые хотят не видеть своих детей, а чужих тем более. Поэтому, пожалуйста, идеальный пляж, без водорослей, без волн, отдельная зона на пляже только для взрослых у Каталонии Ля Романа с обслуживаниями официантов. Доступ, возможность, кто хочет поболее активнее тусовочную, пожалуйста, всегда можно посещать близлежащий отель Каталония Гранд Доминикус. Море сказочное, без волн, без водорослей, тень пальмовых листьев, территория очень зеленая, аккуратная, чистая, приветливый персонал. Нельзя говорить, что здесь есть русскоговорящий персонал, это будет не совсем корректно, но очень стараются разговаривать на всех языках и поймут вас, даже если вы не знаете английский. И близкий, конечно, трансфер после чартерного перелета. И, кстати, шикарная цена пакетная у Annex Tour. То есть обращайте на него внимание. Я этот продукт считаю, что его можно продавать с закрытыми глазами. Свежий, новый, классный, стильный. Еще раз повторюсь, что это тот вариант, когда картинка хуже, чем реальность. То есть когда смотришь какие-то описания, то в жизни он понравится больше и даже предвосхитит ожидания. Поэтому в своей ценовой политике, ну, в принципе, такой один из топов, кто хочет только для взрослых свежий, классный отель, приближенный по концепту к бутиковым, где такое более персонализированное обслуживание, индивидуальное, и такая атмосфера хорошая, где уместно на вечер соблюсти дресс-код, там, поднарядиться как-то, то, пожалуйста, в Каталонии Ля Романа, то есть только хорошие будут прекрасные впечатления. Пляж, еще раз скажу, шикарный, прям вот несколько раз повторяю, и вы также повторяете клиентам, что именно картинка Баунти – это Карибское море, Ля Романа, тут вообще будет 100% все
хорошо и без сюрпризов, скажем. Далее мы с вами перейдем к отелю Family Concept. В принципе, популярному, мы его знаем. Это Каталония Гранд Доминикус, четверка, недооцененному, потому что очень часто делают выборку именно пятизвездочных отелей, а здесь четверка, но классная, которая может действительно конкурировать и быть супер классной позиции при продаже для туристов, которые именно даже хотят 5 звезд. То есть классное соотношение цена-качество с потрясающим пляжем, с мелкой лагуной, постепенной для маленьких детей. То есть достаточно широкая береговая линия, мелководье, без водорослей, то есть с инфантами, с малышами, недалекий трансфер, идеальный вариант. И целовая политика классная. Wi-Fi бесплатный везде, скорость также хорошая, потому что мы понимаем, что это тоже сеть Каталония. Много зелени, карибский стиль. В 2018 году в отеле была частичная реновация, бассейны, территории и некоторые номера, некоторые скажу позже какие. Значит, очень много фотозон, всевозможных двориков, входит в сеть отелей Каталония, двухэтажные виллы, бары, рестораны, магазины. Территория действительно утопает в тропической зелени, много очень цветов, кустарника, все ухожено, все продумано на территории, дорожки для прогулок. И еще раз повторю, что Каталония Ля Романа имеет право полностью пользоваться территорией Каталония Гранд Доминикус 4 звезды. Сейчас мы с вами посмотрим видео, надо нажать на play, чтобы оно работало, и далее пройдемся по номерам и по остальным нюансам по отелю. Так, возвращаемся с вами к презентации. Скажите, как звук? Все ли хорошо слышно?
Супер, спасибо. Ну, вы видите, да, что Каталония, Гран-Доминикес, это действительно не преувеличение, действительно утопает в полной роще. Да, вот кто-то пишет, что хочу к ним. Это правда, такая заразительная атмосфера праздника. Тут вам и бачата, и всевозможные развлечения в течение дня, танцы. То есть такая тотальная маньяна. Все оставляем на завтра, мы живем сегодня и получаем удовольствие здесь и сейчас. То есть полная расслабленная обстановка и атмосфера тотального такого веселья и радости. Поэтому, конечно, кто любит такие вот классные отели, атмосферы достаточно активные, динамичные, то Каталония Гран Доминикус всегда очень нравится всем агентам в рекламных турах. То есть после посещения отеля, или будь то просмотр, или проживание, фидбэк и отзывы, и мнения об этом отеле общие всегда совпадают, только позитивные. То есть действительно в своей ценовой политике классный вариант. Анимация сейчас действительно проходит активная, но все на открытом воздухе. То есть это могут быть вечеринки на пляже, это волейбол, баскетбол, всевозможные соревнования у бассейна, работают детские клубы, уроки танцев, бачаты, зумбы. И вечером есть шоу разные тематические, но, конечно, все на открытом воздухе. С Каталонии в Ля Роману, кстати, на вечернее шоу в основном гости посещают шоу именно Каталонии Гран Доминикус. По номерам. Значит, номера бывают реновированные и не реновированные. Минимальная категория номера, комфорт и стандарт, в принципе, идентичные, выглядят одинаково, но есть отличия в привилегиях. Значит, достаточно большие номера. Комфорт 42 квадратных метра, максимальное размещение 3 плюс 1, кофеварка, сейф, гладильная доска, утюг, в номере все присутствует, бесплатный Wi-Fi по территории, то есть видите, да, что отель официально 4 звезды, но по полноте услуг и возможностей абсолютно соответствует 5-звездочному отелю. Поэтому, пожалуйста, добавляйте его точечно, именно когда делаете подбор тура. И есть номера с концептом «Приворож». То есть данные гости с купленным данным концептом могут воспользоваться дополнительными привилегиями. Там идут специальные отдельные идентифицированные браслеты, которые соответствуют. Пляжные полотенца уже идут в номер, подготовка номера ко сну и доступ к лаунжу и ресторану напротив бара именно эксклюзивно для номеров концепции «Привилеж» на завтрак, обед, ужин по а-ля карт. Отдельная зона на пляже есть «Привилеж», и всевозможные скидки на дополнительные услуги, как бутики, романтический ужин и спа-центр на процедуры. По возможности отель предоставляет по номерам «Привилеж» ранний более заезд и поздний выезд до 15:00. По мини-барам. Мини-бары все заполнены, пополняются ежедневно. В «Привилеже» добавлено еще пиво. В обычных номерах это газированные сладкие напитки, кока-кола и обычная вода. Постельное белье, полотенце, сантехника в номере, все достаточно новое, то есть ощущения после посещения и проживания в номере очень хорошие. Действительно, если у туристов есть требования определенные к номерам, то рекомендую вам все-таки начинать рассматривать и предлагать им настаивать на все категории номеров, в которых есть приписка Privilege. Например, там Privilege Deluxe по метражу будет то же самое 42, но это действительно отличающиеся от комфорта и стандартно, и ремонтом, и цветовой гаммой типы номеров. То есть обращайте на это питание, на это, пожалуйста, внимание. Спрашивают по поводу питания, наличия морепродуктов. Конечно, паэлья есть, определенные виды
Определенные виды рыбы, их всегда несколько, в основном их готовят на гриле. Сама подача продуктов, что в Каталонии Ля Романа, что в Каталонии Доминикус и в Хилтон Ля Романа, который будем мы рассматривать, непосредственно происходит персоналом, то есть в зону ресторана мы входим в маске, получаем свои продукты и уже за столом, конечно, соответственно, находимся без маски. Для вас зона гриля, салат-баров, все это по вашему требованию в том виде для вас готовит персонал и накладывает уже вам порционно непосредственно в тарелку. То есть вы выбираете и показываете. Выбор морепродуктов достаточный, особенно учитывая, что это отель 4 звезды. То есть попадаются и мидии, и креветки, и кальмары. И бывают тематические ужины периодически, где больше, конечно, выбор будет морепродуктов. Конечно, в Каталонии Ля Романа в пятерке и будет... как бы сам выбор представлен продуктов более элитные, там, типы сыров, то есть будет и в Доминикусе, и в Ля Романе хороший выбор, но эксклюзивная подача более не массовая и выбор именно эксклюзивных позиций по продуктам, конечно, в пятерке для взрослых Каталонии Ля Романа будет больше, но Гранд Доминикус, даже учитывая нюансы, что все отели и весь мир, в принципе, частично перешел на режим экономии после открытия, после пандемии, то, в принципе, жалоб или переселений на то, что отель испортился и экономит реально, нету. Поэтому, действительно, оба отеля классные для продажи, и у вас не вызовут никаких проблем, когда туристы заселятся или вернутся обратно, то есть не будет никогда никаких нюансов. По анимации еще хочу добавить, что отель приглашает... музыкантов местные, которые играют классную живую музыку, и также на пляже проводят всевозможную акваэробику, танцы, бачата, зумба, занятия по йоге есть и утренние бесплатные, соревнования по футболу, сам персонал очень сильно старается, дружелюбный, мини-клуб разделяется на две зоны для тинейджеров и до 17 лет, кстати, принимает мини-клуб, и для детей помладше. И эти зоны в мини-клубе действительно разделены, то есть там, где для детей помладше, там есть и поменьше столики, и стульчики, и игрушки более адаптированы, а для тинейджеров уже более такие, как настольный футбол, теннис, моторные виды спорта все платные, и спа тоже платное. Определенный выбор безмоторных видов спорта бесплатный. Еще раз повторюсь, что номера категории Privilege действительно есть смысл именно предлагать и возможность кушать на террасе у моря, завтрак, обед и ужин. Там уже подача будет более интересная, и рыба классная будет, и салат с тунцом, и гаспачо. Запись в а-ля-карты хоть каждый день, то есть никак не лимитирует, и на ужин всегда рекомендуйте... все-таки а-ля карт рестораны посещать, более атмосферно будет и запоминающе. В некоторых тоже ресторанах а-ля карт живая музыка играет или фоновая всевозможных стилей. Свежевыжатые соки на завтрак, причем разнообразные, апельсин, мультивитамин, ананас, папайя, грейпфрут, дыня, будут все довольны абсолютно, и есть определенный выбор для любителей фастфуда, местные алкогольные и безалкогольные напитки, широкие коктейльные карты, пинаколада, мохито, все это мы знаем, что в Доминикане действительно на основе рома самые лучшие будут напитки, если видите несколько видов рома, то вы должны указывать, какой конкретно вам добавить коктейль по качеству, и тогда получите действительно более качественный ингредиент внутри коктейля, потому что по умолчанию добавят персонал в зависимости от ваших чаевых. Есть ресторан стейкхаус только для ужина, очень вкусный, о нем прекрасные всегда отзывы. И ресторан итальянской кухни, во всех ресторанах действует дресс-код, в принципе, он такой достаточно тут лайт, потому что, в принципе, отель по атмосфере и по настроению такой демократичный, знаете, как семейная остановка, семейная такая обстановка.
Еще раз напомню вам, что и Каталония ля Романа, и Каталония Доминикус главным приоритетом имеют, конечно, потрясающий, просто действительно чистый, классный, идеальный пляж, как по картинке, так и в реальности. То есть это действительно у нас будет, вот сейчас я включу прям слайд, сказочный пологий вход с песчаным постепенным дном, идеальным для детей. Голубой флаг, широкая, метров 50 отмель, совершенно спокойно отпускаем ребенка, они там купаются и плавают, море чистое, без сюрпризов. В принципе, я вам скажу честно, если вы знаете про этот отель и выбрали его при параметрах тура именно персонализированно, они загрузили просто пятерку и получили Каталонию Доминикус, и она подошла по вам по ценовой политике, то вы, конечно, останетесь в плюсе, потому что ваши туристы будут только довольны. Еще раз скажу вам, пляжем, близость трансфера, фэмили-концептом прекрасным и приветливым очень персоналом. В принципе, можно его рекомендовать и семьям, и с детьми, и взрослым парам, но для, допустим, какого-то особенного повода или ханимун, я бы, конечно, более концепт Каталонии ля Романа, скажем так, обращала внимание. Сейчас есть звук, скажите? Есть, да? Супер. Ну, в принципе, по Каталонии Гран-Доминикус мы общее разобрали. Если есть какие-то вопросы, то спрашивайте, прописывайте, будем стараться отвечать. Единственное, скажите, пожалуйста, вот из агентов, кто смотрит сейчас вебинар, кто-то продавал уже для Романа и действительно целенаправленно определял туристов, почему именно для Романа, а не Пунта-Кана? Потому что это такой продукт для нашего рынка, почему-то полунишевый и совсем недооцененный. Кто ездил с нами в рекламнике, тот мог убедиться, что ну, то, что я говорю, это действительно правда, и это классный такой качественный
качественный продукт, поэтому кто не продавал, я рада, что очень многие знают, наши агенты действительно самые продвинутые, и кто не знает или до этого не обращал на это внимание, действительно обращайте, потому что будут только качественные и хорошие отзывы об этом. Уже я-то бы свою лучшую подружку в плохое место не отправила. Да, вот супруг итальянец, это правда, там действительно американцев много, и много, причем такой, знаете, контингент американцев, вот, отличающийся, более такой интеллигентный, знаете, как-то атмосфера чуть-чуть другая, вот именно в Ля-Романе, кто имел возможность сравнивать Пунта-Кана атмосферой в Ля-Романе, тот это мог почувствовать. Это, конечно, сложно по картинкам воспринять, но это правда, какая-то публика такая, знаете, ну, более, что ли, спокойная, такая интеллигентная, вот, сама атмосфера такая вот располагает более такому отдыху, вот, комфортного на самом деле, при том, что ценовая политика объективно хорошая, очень в соотношении цена-качество. И я даже сегодня хочу акцент сделать не только на фишках по отелю, как на то, почему именно мы продаем особенно повторным клиентам не Пунта-Кану отель, это по сути, ну, на самом деле регион, который именно маркетингово распиаренный, и его продать легко. А почему мы, как профессионалы, предлагаем клиента попробовать новый продукт, незнакомый и интересный для них именно в Карибском море. Вот как раз пишут, что да, в Хилтоне счастливы, и действительно по Хилтону всегда шикарный фидбэк и очень, кстати, классная цена. И сейчас вот кто собирается на отдых с супругом, обратите внимание на видео Хилтон, мы посмотрим и вернемся к нему, который делится на две части. Одна family зона и одна зона для посещения с детками. Значит, зону для взрослых можно посещать только 18+, то есть, соответственно, семьи, которые в family зоне летят, могут посещать зону adults only, но без детей. А взрослые могут пользоваться два в одном, ну, то есть двумя территориями. И также пляж разделен на две половины. Первая половина только для взрослых и одна половина для деток. Сам по себе зона для взрослых оформлена в более таком романтичном стиле. И даже фоновая музыка чуть-чуть по-другому подобрана, более спокойная такая, релаксирующая. Хотя обе зоны в отеле Hilton очень классные, качественные продукты. Недаром вот Юля пишет, что Hilton все счастливы. Это правда, о нем действительно хорошие отзывы, как в интернете, так и реальные. И мы видели, и рекламникам тоже всегда нравится. И вот понравится, я думаю, в сентябре у нас в октябре летит два рекламника. Вот сможем убедиться повторно. Сейчас давайте посмотрим видео, нажимаем на play, и после этого вернемся еще к нюансам для продаж Hilton. Взрослая зона только для взрослых и зона для отдыха с детками. Thank you.
Так, давайте с вами убедимся еще раз, что за звуком все хорошо, и перейдем с вами к Хилтону. Хилтон действительно очень популярная позиция, классная, потому что отель универсальный, очень вкусно кормят, но и шикарный пляж, и расположение. Но что я лично люблю в Хилтоне, то что эта система отелей действительно уделяет особое внимание чистоте внутри. То есть это касается и социальных зон, и номеров. Действительно, все будет идеально чисто. О, запаковано все в индивидуальные пакеты. Номер будет обязательно сертифицирован перед въездом о том, что там все продезинфицировано. Вам везде выдадут маски бесплатные на входе в ресторан и на ресепшн, если вы свою потеряли и забыли. И в номере также у вас будут лежать вместе с косметическим наборе две дополнительно бесплатные маски. У вас четко всегда будет пополнение бара. И, конечно, поставьте плюсики. Сейчас тоже висит. Супер, спасибо. Я вот 4 отеля сегодня. Я сегодня 4 в кубе на 4. Прошу прощения за такую связь некачественную. У нас, конечно, есть сегодня технические неполадки, связанные с определенными нюансами. И очень неприятно, что такие моменты у нас возникают. Но, к сожалению, так, видимо, сегодня Вселенная угодно. Извините, пожалуйста, еще раз будем в следующий раз учитывать и стараться просить Вселенную, чтобы это не повторялось. Так вот, и вернемся к Хилтон Ле Романо. Действительно, персонал и менеджмент уделяют особое внимание чистоте и санитарии. То есть везде санитайзеры будут, и тепловизоры при входе, и в рестораны, бесплатные маски в номерах, в социальных зонах отеля. Персонал весь исключительно соблюдает все правила. Идеальная чистота. Вплоть до того, что когда находишься в отеле, то ты постоянно видишь, как персонал целыми днями шебуршится и что-то где-то потирает. Вы знаете, до такой степени, что иногда хочется сказать: «Боже, остановитесь, остановите эту машину круглосуточной уборки в отеле». То есть действительно, реально очень чисто в отеле, это правда. Значит, в отеле есть два ресепшена. Один ресепшен only adult, где более такие красивые дизайн сделан, спокойная такая релакс-музыка, качели висят. И отдельный ресепшен для зоны отеля FFM. Отель Family более активный, с хорошим сервисом, оба отеля с прекрасной территорией, с шикарным пляжем, без водорослей, без волн. Также преимуществом действительно в отеле является близкий трансфер от аэропорта и Family зона, которую могут посещать и взрослые, это наличие полноценного классного аквапарка с своей ленивой рекой. То есть там есть зона и для малышей совсем, и взрослые горки, и плюс ленивая река, которая по кругу достаточно активна, где со всевозможных ведерок сбоку из разных мест будет вас поливать водой. То есть сухими с воды здесь не выйдете 1 000 000%. Реновация отеля была проведена в 2020 году. Все современно, стильно, красивый дизайн номеров. В принципе, номера мы видели с вами на видео. Вот такая стилистика номеров идет практически во всех категориях. То есть можно спокойно предлагать отель. На территории много цветов, зелени, кокосовых пальм. Территорию нельзя назвать огромной, но она и не компактная. Вот это как раз средний вариант. И на территории живут розовые фламинго. Во всех зонах отеля играет разноплановая музыка. На это действительно уделяют особое внимание. Начиная от джаз, кантри, классическая, лаунж-музыка. И в зоне ресторанов также хороший Wi-Fi, бесплатный по всей территории обоих отелей. И с нормальной
скорости. Еще раз подчеркну, что персонал, на удивление, в Доминикане достаточно быстрый, старается выполнять, реагировать все просьбы. Номера простольные, стильные, уютные, очень такой приятной цветовой гаммы. Мини-бар пополняется пиво, сок, вода, кока-кола, фанта, спрайт. Есть сейф бесплатный, утюг, гладильная доска и розетки с USB-портами, что очень удобно для нас. В отелях нет браслетов, то есть номер открывается просто по карте. И также номера минимальной категории Deluxe Garden View, Family Zone, есть Connection. То есть, допустим, когда едет большая семья и надо брать несколько номеров, то вот на Deluxe Garden View из недорогих категорий обращайте внимание. Что является шикарной привилегией в отеле, что номерах действительно нет весов. Почему это привилегия и недостаток? Потому что в отеле действительно безумно вкусное питание. Очень строго, очень сложно остановиться. То есть огромный выбор в рыбы и морепродуктов. Вот когда мы задаем вопрос по рыбе и морепродуктов, то по Хилтону мы прям можем действительно уверенно говорить «да». Миди, кальмары, семги везде, практически во всех блюдах, креветки. Причем это не добавленные миксы где-то креветок, а именно отдельные, прямо целые такие блюда с креветками. Рыба на гриле всевозможная, моллюски. То есть, в принципе, классный именно в плане морепродуктов выбор и возможность именно в этом отеле прям можете вот как фишку. И подача классная, и огромный выбор. Также есть QR-коды в ресторане, можно сканировать, видите, по полный диапазон выбора позиций по шикарному а-ля-карт меню в ресторанах а-ля-карт. Также и помимо морепродуктов большое разнообразие мясного меню на гриле, все виды сыра, отдельно огромный корнер с пастами, вкусные очень десерты и классный выбор фруктов, напитки вкусные, интересные. По территории всегда проходят всевозможные тематические мероприятия и фестивали. Например, фестиваль Маргариты, то есть в разных зонах, локациях отеля всевозможные маргариты разливают, манго-фестиваль, буритос-фестиваль, паэлья, мексиканские корнеры всевозможные. И на пляже есть полноценный классный уголок с фруктами, больших выбором фруктов. Посещение ресторана «Полякарт» без ограничений, по предварительной записи, безлимитный импортный и местный алкоголь, 8 баров, очень хорошие бармены, действительно огромная карта коктейлей. По напиткам, вот что вы себе заметили, водка Абсолют, разные виды джинов, виски категории Red Label Divars, напитки свыше 12 лет выдержки не входят в систему. Malibu, много ликеров всевозможных, несколько видов текилы, очень вкусный большой выбор вина. Значит, также есть номера категории системам премиум, имеют более широкий выбор эксклюзивных напитков и свыше 12 лет. Кстати, почему здесь работают действительно профессиональные бармены, Хилтон всегда на это уделяет внимание. Если вы когда-то интересовались историей отеля Хилтон, то всеми любимую нами Пина Коладу коктейль придумали именно в отеле Хилтон. Не в Хилтон для Романа, конечно, но в системе отеля Хилтон. Поэтому Хилтон действительно обращает внимание на коктейльные карты и профессиональный уровень бармена. То есть не лишь бы что, а каждый коктейль вкусный, и бармены всегда посоветуют, и диапазон выбора очень широкий. Есть отдельный Infinity Pool, только для взрослых. Возле Infinity Pool есть отдельные кабаны, но они платные, $50 в день. Азиатский ресторан, мы говорим туристам, что надо посетить обязательно, очень вкусно, там есть дресс-код и есть тепаньяки рум. Это действительно такой классный, вкусный ресторан.
Также вернусь к Infinity Pool. Лучшие фотографии можно сделать с этого бассейна, взять себе, например, пару коктейлей и сделать разнообразные фотографии, потому что там видно и часть океана, и этот прекрасный бассейн, который входит в океан. Безумно вкусный ресторан с морепродуктов на территории только для взрослых. Там и лосось есть, и рыбные супы, креветки, порции большие, играет фоновая музыка, открытый бассейн. Еще раз повторю, что уникальный аквапарк, как за зоной для взрослых, так и для детей. В аквапарке есть свои полотенца, не надо с собой нести. Французский есть а-ля-карт ресторан, итальянский а-ля-карт с домашней печью и вкусными пиццами, итальянская кухня, гриль морепродукты и ресторан южноамериканской кухни также. В лобби-баре всевозможный напиток, выбор и коктейли. Еще раз напомню, как и Хилтон, так и Каталония, номера с VMAP самые востребованные, то есть на первом этаже с выходом к бассейну. Ну вот мы сейчас можем видеть, вот, да, допустим, это тоже с выходом к бассейну. И есть также возле главного бассейна тоже два детских клуба, один с 3 до 12 и для тинейджеров до 17 лет. Вообще атмосфера в отеле очень классная, все танцуют, поют, выпивают, кушают, участвуют в тематических всевозможных фестивалях. Шоу проходит на территории Family, гости с территории только для взрослых могут перемещаться по всему диапазону территории, как и Family, так и для взрослых, и посещать более активную анимацию на свежем воздухе именно на части территории Family. Зумба, танцы бачаты, конкурсы, волейбольные мероприятия всевозможные, дартс, настольные игры, большие шахматы, вечеринки тематические на пляже, все это проводится и именно на открытом воздухе. Также в отеле на территории Family есть большие надувные батуты, где дети могут повеселиться. Атмосфера для гостей также полная маньяна, отдых, релакс, тренажерный зал есть в отеле достаточно хороший, прокат велосипедов платный, бесплатный настольный теннис, спа-центр платно, все услуги. И в отеле есть услуги консьержа. По пляжу. Часть пляжа находится в шезлонге, зонтики в большом количестве, и часть пляжа находится под навесом. То есть не только пальмовая роща, а отдельный навес. В принципе, питание, атмосфера, услуги и персонал – все на высшем уровне. Однозначно при продаже позиционируйте как твердую, хорошую пятерку. Значит, подводим с вами итоги. И, кстати, очень красивые места для романтического ужина и беседки для проведения свадебных церемоний. Значит, подводим итоги, что нам подходит. Во-первых, шикарный пляж. Есть часть коралловая, буквально 10 метров от берега, то есть можно проплыть и снорлингом позаниматься. Песчаный пологий вход, нету волн, шикарно для с детьми. Очень вкусное питание, десерты. Действительно, вот и подача, и само питание очень вкусное. Красивый живой отель с большим количеством развлечений разнообразных в течение дня. И, в принципе, если мы говорим с вами не только о достоинствах и недостатках, то в отеле есть всего три недостатка – это то, что нет весов в номерах, и второй недостаток – это действительно прям очень вкусное питание и десерты, и высокий риск поправиться и приехать с большим количеством дополнительного веса. И второй очень такой плохой нюанс, то что атмосфера такая классная, обволакивающая, когда там живешь, что не хочется уезжать. То есть вот если кто-то чувствовал, как в таких отелях, то Хилтон для Романа как раз соответствует вот этой атмосфере, ну, хочется действительно остаться. Заселение с 15:00 в Хилтон для Романа, выселение с 12 часов. В некоторое время, когда фулл отель заполнен, могут просят и в 11 выселяться, но
По месту, по возможности, можно доплачивать за дополнительную плату, позднее выселение, раннее заселение, вы это все знаете. И еще раз хочу напомнить, что экскурсии вы можете добавлять заблаговременно перед вылетом туристам в вашем личном кабинете и получать с этого комиссию 5%. То есть дополнительных услуг, весь диапазон экскурсии уже представлен, и вам только надо добавить данную дополнительную услугу. И также свадебные церемонии. То это уже в табличке агентством дополнительные услуги. Excel-табличка, кто у нас пользовался, то, пожалуйста, можно заказать заблаговременно свадебную церемонию на Саоне, это очень популярная такая процедура, и получить свои 5% агентской комиссии. Вебинар будет, скорее всего, записан в YouTube. Еще раз прошу прощения за то, что сегодня прерывался. Извините. Значит, дата экскурсии можно заранее прописать желаемую, но все равно есть определенный таймтейбл, то есть дни, и гид уже урегулирует по месту об этом. Ну, доминиканцы, честно говоря, редко летят на мало ночей, то есть сами понимаете, что разные часовые пояса, и первые два дня желательно просто отдыхать, поэтому на практике стараются люди брать экскурсию на пятый, там, шестой день отдыха. Конечно, оптимальное количество отдыха в дальнемагистральных перелетах это от 9 ночей и до того, насколько есть возможность и желание, но 14 максимально. Но за счет вот разницы в часовых поясах, конечно, первые два дня однозначно лучше ничего никогда не планировать. Так, если есть какие-то вопросы, задавайте. Вам желаю хороших продаж. В ближайшее время у нас будут прямые эфиры с отелями. И присоединяйтесь, в пятницу у нас будет вебинар по Мальдивам. Это долгожданный вебинар, который я обещала именно по гестхаусам. Я надеюсь, вам понравилась Ля Романа, вы ее будете продавать, и вы поняли, в чем главное отличие, будете рассказывать своим туристам. Вам большое спасибо, что вы выдержали сегодня наши эти прерывания связи интернета. Если любые вопросы, пожалуйста, задавайте, пишите, мы всегда готовы ответить, всегда с вами на связи. Для нас самое главное, это чтобы вы продавали, понимали, что продаете, и правильно доносили информацию до клиентов, потому что я скажу вам честно, 50% причины переселения – это неправильная продажа изначально клиенту. То есть гости просили без водорослей, а живут на пляже максимально с водорослями. Конечно, это омрачает впечатление и характеризует агента как не совсем профессионального при выборе. Поэтому надо, конечно, и слушать вебинары, интересоваться, потому что продукт широкий и дает действительно полную возможность удовлетворить любые потребности. Но если пляж для Романа, лучшие фотографии, лучший вход с детьми, близко, не надо ехать далеко, и классная ценовая политика. Вам спасибо большое, хороших продаж. Кто будет подтвержден в рекламнике на Доминикану, будем рады вас видеть, и сами сможете убедиться, что то, что я сегодня рассказывала, действительно совпадает с реальностью и оправдает ожидания. Спасибо вам большое. Хорошего.